Губернатор Ямала провел прием граждан по личным вопросам. С заявителями Салехарда Дмитрий Артюхов общался лично. С жителями других муниципалитетов – посредством телефонной связи. От Муравленко к главе региона обратились Светлана Гнатенко. Мама ребенка особой заботы попросила губернатора оказать содействие в приобретении компьютера и логопедической коррекционной программы для дочери. Мы посещаем школу и все учреждения, которые нам надо, но она плохо у нас вот. Не идет у нас речь, как бы разговариваем, но очень-очень плохо. Губернатор поддержал просьбу Светланы Гнатенко. В 2019 году из средств фонда благотворительной акции «Подари надежду» необходимое оборудование для коррекции речи будет закуплено.